записывать видосик. А то пока обновлял это ебаное приложение. Пока что? Обновлял приложение, но ничего не получилось. Да. Эти понянки, блядь. Ебать, она легкая. Какому чувству? Вы накурены что ли? Почему не кричат, я понять не могу. Бедная собака. Ведь у меня собака эксплуатирует. Преодолевшие свой страх, девушки возвращаются в школу детям. Уставшие ученицы мечтают только об одном. Красота. И поскорее восстановить силы перед новым днем испытаний. Ого, побитый какой-то. Да я еще не успею. Блять, бабы. Доброе утро, ученицы. И вы думаете, вам пизда? Звучит тогда, когда вы используете в своей...
чего? Не наоборот, расслаблю. Пошла нахуй. Нет, ты не расслышала. Иди нахуй. Ноу. О, ну. Ну, раздевается. Еще и качок. И тут девочки такие. Я, конечно, хочу похудеть, но не так сильно.
ускоряешься, скорость бега увеличивается. Записывай. 4 км в час. За каждое альтернативное слово факультет получает балл. И в финале мы выясним, кто справился с заданием. Это кикбоксерка прям сильно. Замазано было. Крайнее удивление. Мышечные ягодицы. Засчитано. Женщина. Ну, бляха-муха, это типа вводное слово, возмущение, удивление, больше возмущения. Типа, блядь, ну, блядь, это типа вводное слово. Ну, как возможно, ну, типа... Мария Буше. Хороша, малая. Команда, что помогли, честно говоря, из-за двух людей. Вот и все. Конечно, у нас все девочки так умнее будут, поэтому мы и выиграли. Я вас поздравляю, девочки, до встречи. Ты сказал, что сразу после этого урока я перестала ругаться матом. Конечно, это невозможно. Ой, конечно, это невозможно. Но на какое-то время это дало задуматься о том, что так много вообще, в принципе, своей речи я трачу на матерные слова. Я могла бы говорить намного короче, намного красивее. И я надеюсь, что я буду разговаривать. Да ты заебала. Повышенным пафосом и чувством самоудовлетворения.
Ладно, можно закончить.